Самый лучший праздник, шлют все поздравления, потому что садик отмечает день рождения. В детском саду номер 35 праздник. Здесь отмечают юбилей. 40 лет – дата серьезная. За это время учреждение воспитало несколько поколений мальчишек и девчонок. В день юбилея здесь царит по-настоящему праздничная атмосфера. Поздравить родничок с круглой датой пришли коллеги и друзья, ветераны образовательного учреждения, родители и почетные гости. Когда у вас на душе хорошо, хорошо вашим детям. А ваша главная задача – это чтобы детки были счастливы, чтобы они приходили в этот красивый дом с улыбкой, бежали домой с улыбкой и говорили мамам и папам: я побегу назад в садик. Здесь отдыхаешь душой. Почему? Потому что, ну, глядя на детей, на их счастливые лица, вот, и тем более сегодня праздник, а праздник для детей всегда это очень здорово. История родничка неразделима с историей развития самого поселка, где расположено учреждение. Впервые 35-й детский сад открыл свои двери для воспитанников при Краснознаменской фабрике. Всего здесь 110 детей посещали это учреждение. Сейчас у нас 193 ребенка. Но это единственный детский сад здесь на поселке. Вот. Ну, находится, знаете, у нас прямо на берегу реки Клязьма, на самом берегу, в экологически чистом районе нашего городского округа. За годы менялось многое, но неизменными оставались сама атмосфера учреждения и профессиональный подход его работников. Коллектив родничка дружный. Сегодня это 34 сотрудника. Именно благодаря людям детский сад развивается, сохраняя и передавая лучшие традиции воспитания подрастающего поколения. Здесь активно ведется работа и в творческих кружках дополнительного образования. Кроме того, сад является экспериментальной площадкой образовательной программы при Федеральном институте развития образования. Также участвует в проекте ЮНЕСКО «Экологическое образование». Коллектив, несмотря на то, что многие и работают долго, вот, но тем не менее постоянно повышают и свой образовательный уровень, и свою квалификацию. И, конечно, в день юбилея в стенах учреждения отметили тех, кто вносил и продолжает вносить свой вклад в развитие детского сада. А творческие номера от воспитанников ручейка стали лучшим подарком всем присутствующим. Анна Балиет, Игорь Поляков, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.